Перспективы развития анимации обсудили сегодня в столице спикеры, отечественные и зарубежные эксперты. О том, насколько востребована индустрия в Казахстане, расскажет Гульдана Кален. Воркшоп по анимации собрал студентов и молодых специалистов, работающих в этой сфере. Программа насыщенная, панельные сессии, дискуссии и, конечно же, практическая работа. Но прежде теория. Для студентов, которые планируют связать свою жизнь с анимационной деятельностью, мероприятие стало хорошей площадкой прежде для налаживания социальных связей. Будущие специалисты, не теряя возможности, задают вопросы профессионалам, среди которых как выбрать свое направление в данной индустрии, как продвигать свои проекты на известных видеоплощадках и студиях. По отзывам они остались довольны ответами. Я для себя взяла то, что нужно будет, наверное, больше направляться во всех сферах и при этом изучать одну сферу, то, что тебе нравится, быть разносторонним. Так как моя будущая специальность — это графический дизайнер, я хочу развиваться в этой сфере, но при этом изучать больше и немножко практиковаться в других сферах, маркетинг, СММ в таком плане. А вообще я очень рада, что у нас начали проводиться такие мероприятия. Я вижу здесь очень специалистов, даже за рубежа, это очень классно. Это связи здесь, люди, которые с тобой общим интересом связаны. Анимация – ключ к общению с молодым поколением. В стране важно развивать эту индустрию, говорят представители отрасли. На казахстанском рынке ниша пока свободная, практически нет конкурентов. И это возможность для начинающих специалистов. Сейчас, скажем, такое время, эпоха контента. И анимация является одним из таких уникальных инструментов для передачи какой-то идеи, да, истории. Это очень такой хороший источник дохода в будущем, в экономических если целях рассматривать. Анимацию применяют как в мультипликации, так и в кинокартинах, компьютерных играх и видеорекламе. Это хорошие инструменты для продвижения национальных ценностей и культуры, говорят эксперты. По их словам, чтобы индустрия развивалась, необходима поддержка со стороны государства. Я не вижу ничего плохого в том, что развивать культуру своей страны. Это важно, и опять же, визуальная индустрия, что анимация, что кино, это хороший способ это делать. Сейчас самое главное – это вкладываться в образование людей. То есть если государство и, допустим, какие-то частные инвесторы будут вкладываться в образование, индустрия будет быстро расти. Отмечу, мероприятие продлится 2 дня. В четверг больше времени уделят практической работе. Участникам покажут современные технологии создания анимации. Ульдана Хален, Рустамбек Успанов, Хабар 24.